Итак, друзья, это город Шымкент. Жду своего товарища Ержан Мухаша, журналиста, общественного деятеля, бархатный голос Казахстана. Друзья, но на самом деле я более чем уверен, что его голос вы слышали, это 100%. Это у нас мемориал павшим героям Великой Отечественной войны, нашим аташкам, нашим дедам, нашим отцам. Вот. Дальше мы идем на чемпионат Казахстана по вольной борьбе. Но сейчас сначала мы с Ержаном Мукашем пообщаемся. Я возьму у него интервью. Казарный четыреволок. Дам, не дам, но дам, но не дам. Это не записывается же, да? Записывается. Так, с нами Ержан Мукаш, общественный деятель, журналист, большой фанат футбольного клуба Ордабасы. Мы в Шымкенте. Парке, посвященному воинам-афганцам. Нет. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қош келдіңдер. Біздің Шырайлы Шымқаламызға. Естеріңізге сала кетейін. Біздің Шымқаламыз қазіргі таңда. Біздің ел ордамыз Астана. Және оңтүстік Астанамыз Алматыдан кейін. Үшінші мегаполис, яғни үлкен қала болып тұр. Біздің елбасымыздың қалауымен. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать здесь. В нашем прекрасном Шымкенте, в третьем мегаполисе нашей прекрасной родины Казахстана. Как вы знаете, первый мегаполис это Астана и Алматы, второй, и мы третий. Мы сейчас находимся в парке, который раньше назывался, неважно как он назывался, сейчас он называется парком имени Абая. Парк назван в честь великого казахского просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева. Сзади меня находится памятник «Вечный огонь». Это памятник воинам-интернационалистам, который был построен под руководством руководителя ассоциации воинов-афганцев Казахстана Шарипаева Утигенова. Там дальше находится первая школа, которую я закончил имени Пушкина. Там сзади вас, Сула, находится кинотеатр «Казахстан», бывший. Ныне это Ассамблея народа Казахстана, ДВД и так далее. Мы в центре города. Аржанда стадион, Орталық стадион. Еліміздің күш атасы ММА мен күрестен тұңғыш қазақ әлем чемпионы, бірнеше дүркін әлем чемпионы, қазақтың күш атасы Қажымқан атындағы Орталық стадион. Там стадион, центральный стадион имени главного и первого победителя ММА. Все помнят, что он дрался с японцем по правилам джиу-джитсу. И многократный чемпион по французской тогда борьбе, біздің атамыз, наш дед, великий Хаджимухан. Это там дальше, центральный стадион. Чем живет Шымкент сегодня? Шымкент, я туда не стал говорить, да, на самом деле мы говорим, туризм развивать, да? Вот что на керек? Пасать негде. Тамақ жейтін нәрсе жоқ көп, да? Кафе деген қырғын. Кафе ішінде туалеттер болады өздерің, да? На самом деле туалеты это проблема. Туалетов мало негде. Я этому хочу посвятить тоже у себя на канале. Но уже более развернуто. Да, более развернуто, потому что турист приезжает. Ну, его накормили, напоили, показали ему парк, показали танки, показали еще что-то. Да, кумысом напоили, накормили, а он захотел в туалет. И честно сказать, идти в тот туалет, где елу тенге, ай-ай-ай, как это праздник, елу тенге, берется, позорный туалет. Тесыка там, все лежит, да? Надо же переходить, Европа деваться. Друзья, отечественный лет, надо Сергей таким бали камерлов кукоть, писал, да? Блядь, страшно. Они говорят, хотим как в Европе. Блин, сделайте жизнь как в Европе. Сделайте дорогу как в Европе. Сделайте зарплату как в Европе. Да пусть не как в Европе, хотя бы 500 тысяч тенге, как наш уважаемый президент. Сказал, без чужих тенге верстчайлих, мязю холод. Шымкент после того, как его объявили, наш глава государства объявил его, придал статус мегаполиса, и областной центр переехал в Туркестан, соответственно, тут идет немного, чуть-чуть неразбериха, шынайтек, и как она есть. В Туркестан переедем, деда, бярайтта, мақтанып. Шынагерек, на чиновниктер байқұстар бар, барып кәз, тұратын жерлер жоқ. Бар болса да удай ғымбат. Есть куда ехать, по 150 тысяч тенге арендуют квартиры, 150 мың тенге в Туркестане, тұратын жерлер жоқ. Надо было сперва обеспечить их сперва жильем. Это же каждый, это семья, это взрослые люди, семья, дети. Надо было их обеспечить, а потом переезжать. Но у нас, как всегда, объявили, значит, надо делать. Жарайды, объявлена стройка. Шымкент сейчас живет тем, что
отделились от области, это как, допустим, үлкен бір үйаның, бір жан үйаның үлкен баласын шығарып салады ғой, мысалы, үлкен өсіп алды деп. Сол сияқты бізді де Шымкент отпустили, и Шымкент сейчас вроде бы восстанавливается. Но у нас есть креативный аким Габдулла Абдрахимов Мырза, у нас есть люди, самый главный ресурс, это шымкентские люди, которые полны одержимости. У нас всегда много эндорфинов, гормонов счастья у шымкентцев, потому что у нас много солнца, мы позитивные, мы оптимисты. Много талантливых спортсменов вышло отсюда, с южной земли, начиная от Хаджикен, Айттыма Баганадым Берошерде, Жатхан Джера Тимирланда, Бекзат Сатарханов Мархум, біздің жас спорт мақтанышымыз, және де басқаларды. Гимн кто написал? Шамиш Калаяков отсюда, да? Ну и так далее, это верит Мусак. Алия Юсупова, басқада мақтанатын, біздің мақтанатын майталмандарымыз өте көп Шымкентті. Сол үшін, Шымкентке қош келдіңіздер, қош келіңдер. Шымкентте арзан тамақ, бәрі жақсы, туризм дамытып атырмыз. Сол,